полным ходом заработала машина времени от Радио Рекорд. И называется она «Супердискотека 90-х». На сцене зажигали «Руки вверх», «Вирус», «Акула», «Нана». Специальным гостем представления была латиноамериканка, без которой 90-е бы не состоялись. Наталья Орейро. Прибежала поностальгировать на шоу Даша Юрова. Наталья Орейро давно чувствует себя в России как дома. Ее выступление на супердискотеке 90-х «Радио Рекорд» уже становится доброй традицией. На этот раз питерскую публику наша Наташа покоряет кокошником и платьем в матрешках. Да-да, это моя марка одежды.